центре «Авангард» Екатерина Гагарина чувствует себя почти как дома. Ее родители – военнослужащие. Да и сама девочка, как и ее старший брат, кадет, признается, хочет пойти по стопам мамы и папы. А кадетское училище – это не только дисциплина. Во-первых, это форма, очень красивая и привлекательная форма, все одинаковые. И то, что вот это вот влечение стать военным, поступление почти что в любой вуз, очень престижно. Сначала рисование, теперь баскетбол. Но на первом месте все-таки учеба. Учиться непросто, но Екатерина делает это успешно. 18 июня ей исполнилось 14 лет. От предложения получить первый паспорт в центре «Авангард» Катя не отказалась. Сегодня мы находимся с вами на уникальной в России площадке, называется на центр «Авангард» в парке «Патриот». Здесь школьники, юноши и девушки проходят курсы военно-патриотического воспитания и подготовки по 5 военно-учетным специальностям. Проходит обучение в современной форме, в цифровой. Первый паспорт гражданина Российской Федерации в «Авангарде» получили 8 14-летних жителей Одинцовского округа. Сразу после торжественной церемонии все отправились на экскурсию по центру. Мог бы поддаться. Центр «Авангард» расположен в парке «Патриот». Одновременно проходить обучение здесь могут 600 курсантов. Сборы длятся 5 дней. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».